Этот фильм действительно один из самых необычных когда-либо снятых. Содержит сцены, которые ни при каких условиях не должны увидеть люди с больным сердцем или те, кого легко расстроить. Мы настоятельно рекомендуем людям с такими проблемами и родителям маленьких и впечатлительных детей, которые сейчас среди зрителей, покинуть зал вместе с вашим ребенком. Just wanna sing Louie, 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 Louie. Whoa, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Whoa, baby, I really gotta go now. Some say it will, some say it won't. Now you see it, now you don't. We spent all our money on a disaster movie. Makes me wanna sing Louie, 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 Louie. Whoa, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Whoa, baby, I really gotta go now. Oh, let's get you rocked Рим был самым большим и прекрасным городом античного мира. Однако величественный фасад империи не мог скрыть семена разложения, нездоровую зависимость экономики от рабов, неравенство между богатыми и бедными. За роскошным римским форумом находились обширные области переполненных трущоб. Избежать нищеты было сложно ввиду недостатка рабочих мест, а для неквалифицированных работы почти совсем не было. Для развлечения безработных граждан и удержания их от беспорядков часто проводились игры и спектакли за счет государства. Изначально финансировались только гонки на колесницах. Но во время правления Траяна обрели популярность жестокие смертельные бои. Ранее в римской истории власть осуществляли избранные представители. Но теперь все функции правительства были присвоены императорам, который был выше закона и правил с помощью указов. То, что такие цивилизованные люди, как римляне, с самой гуманной системой права из когда-либо созданных, могли смириться с ущемлением людей, поразительно. Этот дисбаланс и безответственное поведение государственных деятелей станут основными причинами окончательного падения Римской империи. Интересно, как следующие цивилизации будут рассматривать наше общество? Станут ли они оценивать нас по этому? Или будут о нас судить по этому? Видите машину шерифа? Да, вон там, шериф, на первой машине. Нет, он там. Три, четыре, пять, шесть, семь. Дай мне телефон. Он там, где-то там. Там, на диване. Ладно, пап. Они уже близко. Пап, не стой перед дверью. Отойди оттуда.
Алло, шериф, это Роберт. Я здесь, внутри дома. Они пытаются выбить заднюю дверь, пап. Нас тут четверо. Они выбивают дверь. Мы не собираемся сопротивляться, но вам придется войти в дом самим. Но знайте, здесь четыре души. Пап, не стой возле двери. Не надо. Еще один свидетель. Скажите ваше имя в камеру. Я Дэвид Филлипс. Крис Коллинз. И Олдра Холлинз. И это Америка. Это Америка, ребята. То, что вы видите прямо здесь. Служба шерифа. Да, мы в курсе. Пожалуйста, вы должны выйти отсюда. Ладно. Мы не можем делать вид, что то, что происходит, это нормально. А это вообще что-то новое. Они заколачивают дом после того, как выселили людей и выбросили их мебель на помойку. Так они дают нам знать, что они наступают, заколачивая чей-то дом. Это был дом моей семьи, дом моих родителей. Я прожил здесь 41 год. Это единственный дом, где я когда-либо жил. И только он всегда будет мне родным, несмотря ни на что. Я плотник. Сандра, они уходят. Пусть уходят. Я плотник. Это моя работа. Если люди оплачивают счет, то их не выгоняют. Это может случиться и с тобой. Совершенно верно. Как думаете, почему я это делаю? Вы думаете, мне это доставляет удовольствие? Это моя работа. Я говорю, что вы могли бы делать что-то другое. Вот о чем я говорю. Бессмысленно. Вы рабочий человек. Люди здесь переживают и почти физически страдают. Нам не будет причинен вред. Вы угрожаете нам? Вам всем нужно убраться отсюда. Для вас это может закончиться плохо. Если нам вы сделаете больно, то вам это может возвратиться. Должно же быть столкновение между людьми, у которых нет ничего, и теми, у которых есть все. Я не понимаю. Между ними больше никого нет. Есть только люди, у которых есть все, и люди, у которых нет ничего. Пиория, штат Иллинойс. Мы должны вынести все вещи из дома, упаковать и съехать отсюда примерно через 30 дней, несмотря на то, что нам некуда больше идти. Мы строили этот дом. Место, на котором он стоит, было фермой моей семьи. В общем, я теряю вместе с этим часть своего наследства. Почему вы делаете это с трудящимися людьми? Почему вы забираете все? Вы забираете все у них. Мы просто средний класс, трудящиеся люди. Стараемся заработать себе на жизнь. Просто пытаемся выжить. Старый Браунинг, мой пистолет. Пистолет моего отца. Мой пистолет. Департамент шерифа. Должно быть 30 дней. У меня 30 дней, чтобы забрать свои вещи. Парень мне так говорил. Нет. Что? Это запланировано на сегодня. Но в документах написано, что мы должны произвести выселение сегодня в 9 часов утра. Да уж. Но он тоже удивлен. Дом ушел. Этот коп сказал мне, что дом уже продан кому-то другому. Короче, дом нам больше не принадлежит. Он теперь чей-то еще. Это капитализм. Система взятия и отдачи. Но чаще взятие. Единственное, чего мы не знаем, так это то, когда начнется восстание. Мы перепробовали все, кроме ограбления банка. Я задумываюсь о том, чтобы, возможно, сделать это. Знаете, это единственный способ для кого-либо вернуть свои деньги обратно. Если они сделали это со мной,
то я не знаю, почему я не могу сделать это с ними. Это моя вторая Hyundai Sonata. Я, скорее всего, куплю новую машину в следующем году. И это, вероятно, будет еще одна Sonata. Ну, знаете, я не такой ценитель авто. Если я могу войти туда и захватить квартиру ценой эквивалентно стоимости Мерседеса или Бентли, ради этого я живу. Знакомьтесь, Питер Залуцкий, ловкий флоридский риэлтор. Идемте. Он назвал свою фирму «Квартирные стервятники». Хороший знак. У вас последнее предупреждение о выселении. Отсюда понятно, что этот человек был вышвырнут полицейским департаментом. Добро пожаловать. Питер имеет дела исключительно с клиентами, покупающими дома выселенных людей, и затем перепродающими их за более высокую цену. Тут примерно 77 квадратных метров. К концу дня единственные клиенты, которые покупают, это в основном люди, приходящие сюда собирать падаль. Сегодня это стоит на рынке 66 тысяч долларов. У них нету сострадания, они бесчувственны. Для них на первом месте выгода. Они приходят сюда с деньгами и готовы перерезать горло любому первичному продавцу, независимо от сложности положения этого продавца. Поэтому люди всегда спрашивают, это 25 центов за $1? Да, это то, что вы получите. Стервятник — это собиратель падали, который прилетает и обгладывает труп до костей. Поскольку они имеют дело с множеством микробов, они блюют на самих себя, и это своего рода процесс очистки. Стервятники фактически не совершают убийства, они всего лишь делают очистку. Какой банк вы хотите? Bank of America? Мы просто вводим данные, и бум, вуаля. Итак, мы имеем 3400 выселений должников Bank of America. Прекрасно. Поскольку мы собираем данные, это дает нам понимание поля битвы. Почти как беспилотник, летящий над полем боя в Афганистане, или Пакистане, или Ираке. Текущая предполагаемая цена — 355. Заметьте, это было куплено за 840. Небольшая скидка, вы хотите иметь два? Наши люди используют эти данные, чтобы прийти и попытаться завладеть недвижимостью законно и этично, но за голую цену, без переплаты. И это дает им такое право. Посмотрите на крышу, она вся развалилась. А у нас не было урагана 5 лет. Добро пожаловать на крушение жилья, стиль Майами. Вот это и есть капитализм. И вот почему информация настолько важна. Мы приходим туда и оповещаем их об этом. И если их это устраивает, то... Бум. Посмотрите на окно. Выглядит, словно в том доме был пожар. Это истинный капитализм. Ущерб от пожара. Я поинтересуюсь, жил ли кто-то там. Каждый хочет пойти туда и воспользоваться неудачей другого. Кто-то спросил меня, в чем разница между мной и реальным стервятником. Я ответил, это просто. Я не блюю сам на себя. Наша сегодняшняя тема – что такое капитализм? Капитализм? Ну что за вопрос? Разве не капитализм дает нам самый высокий уровень жизни в мире? Мы свободны пытаться получить прибыль, получить ее или потерпеть неудачу. Вот что такое капитализм. Система свободного предпринимательства. Что означает свободное предпринимательство? Я поехал на встречу с моим другом Уолли Шоуном, драматургом и иногда актером. Невероятно! Но Уолли также изучал историю и политику, и даже основы экономики. Свободное предпринимательство — это словосочетание, предназначенное вызвать в нашем воображении маленький город с множеством магазинов. И парень, который открыл лучший магазин, имеет большинство клиентов. Основа капиталистической системы — мотив получения прибыли. Он находится в бизнесе, чтобы делать деньги. Оригинальная система капитализма — это очень умный способ голосования общества за товары, которые хотят производить. Для чего это можно использовать? Это практически для всего, что я делаю. Понимаешь, общество выбирает. Им нравится, как один парень делает мороженое. Но другой парень, его мороженое им нравится не так сильно, и они его не покупают. И его бизнес постепенно угасает. Это мне. Хорошая штука. Основным законом жизни является то, что если у тебя есть вещи, то ты можешь легко иметь еще больше вещей. Очень быстро один парень может иметь в 5 раз больше, чем кто-то еще. Свободное предпринимательство, конкуренция, мотив прибыли. Мой отец, конвейерный рабочий в General Motors, купил и расплатился за наш дом, прежде чем я закончил ходить в детский сад.
We had a new car every 3 years. У нас была новая машина каждые 3 года. We went to New York every other summer. Мы ездили в Нью-Йорк каждое лето. That's me on Wall Street. Это я на Уолл-стрит. А это я снимаю свой первый фильм на всемирной ярмарке. Мы ходили в католические школы, мы жили хорошей жизнью. Если это был капитализм, то я любил его. И все остальные тоже. В те годы много людей разбогатело, и они платили максимальный подоходный налог 90%. 90%? Да. Но они, тем не менее, могли жить как Хамфри Богарт и Лорен Бекл. И что же мы делали с этими деньгами? Мы строили дамбы, мосты, шоссе, школы, больницы. Мы даже отправили одного парня на Луну. Казалось, мы движемся в правильном направлении. Папа имел гарантированную работу, и мама могла бы работать, если бы захотела, но не работала. Семьям среднего класса было достаточно зарплаты одного. Наша семья пользовалась бесплатной медициной и стоматологией. Дети могли учиться в колледже, не беря кредит в банке. У папы было 4 недели оплачиваемого отпуска каждое лето. Большинство людей имели сберегательный счет и маленькую задолженность. И папина пенсия была отложена там, где никто бы ее не смог тронуть. Она ждала бы его там, пока он не выйдет на пенсию. У нас все это было, потому что наши главные промышленные конкуренты были полностью разрушены. Вот так выглядела немецкая автопромышленность. А вот так японский автопром. Я думаю, вы понимаете, что легко быть номером один, когда нет конкурентов. Да, конечно, не все было идеально. Мы были бы не против улучшить немного здесь и немного там, столь же долго, как могли оставаться средним классом. И мы могли рассчитывать на то, что у наших детей все будет еще лучше. Для нас это была хорошая сделка. Капитализм. Никому никогда не было так хорошо от него. И потом, прямо посреди этой большой любовной связи с капитализмом, фильм «Игрок» на канале ABC будет продолжен сразу после выпуска ABC News в прямом эфире. Мы находимся в поворотном пункте нашей истории. И вот пришла телеперсонаж Дебби Даунер. Слишком многие из нас теперь склонны поклоняться излишествам и тратам. Человеческая идентичность больше не определяется тем, что каждый делает, а тем, что каждый имеет. Это не послание счастья или заверения, но это правда. И это предупреждение. О, вот неприятность. Настало время привести в город нового шерифа, такого, который знал бы, как играть роль президента. Он знал бы, как обращаться с рабочими, которые хотят зарплату повыше. Ладно, мистер, я думаю, вы выиграли. Или с этими надоедливыми феминистками, скулящими про свою поправку о равных правах. Хорошо, я, может быть, скоро внесу эти изменения. Человека, который знал бы, как делать работу. Рональд Рейган пришел из кинофильмов категории «Б», чтобы стать самым известным представителем корпорации 50-х годов. Это тоже транзисторный приемник. Весит всего лишь несколько унций. Баракса — безводный очиститель рук. Он нашел свое призвание. А Уолл-стрит нашел своего человека. Видите ли, банки и корпорации имели простой план — переделать Америку так, чтобы она служила им. Но для осуществления плана требовалось избрание говорящей модели президента. Это мы и сделали 4 ноября 1980 года, что я буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов. Это был исторический момент, потому что теперь корпоративная Америка и Уолл-стрит получали почти полный контроль. Видите парня, стоящего рядом с президентом? Ну, вы поняли, который выглядит как дворецкий. Его звали Дон Риган, председатель Мерилл Линч, самой богатой и крупной брокерской компании в мире. Он получил ключевую должность министра финансов, чтобы сделать снижение налогов, как того хотели богачи.
Риган потом станет начальником штаба Белого дома в конце президентства Рейгана. Затем они должны дать президенту то, что есть у 43 губернаторов. Это право постатейного вето. И тебе надо поторопиться. О, да. Кто это говорит президенту, что ему нужно поторопиться? Человек из Мэрилл Линч. Вот кто. Теперь в Америке не будет как прежде. Страна теперь станет работать как корпорация. Мы выпустим быка на волю. И 4 года спустя, когда Рейган избирался на второй срок, вокруг были улыбающиеся лица и счастливые разговоры. Я чувствую, что у нас будет еще лучше. Мы взмахнули вверх, и наши заводы работают намного сильнее, чем раньше. Мы возвратились на вершину. Фактически, то, над чем Рейган осуществлял контроль, было полным разрушением нашей промышленной инфраструктуры. И делалось это не с целью экономии или сохранения конкурентоспособности. Компании уже тогда отчитывались о рекордных миллиардных прибылях. Нет, это было сделано ради сиюминутной прибыли и развала профсоюзов. Прибыль General Motors 24,1 миллиарда долларов, уволено более 100 тысяч человек. Прибыль AT&T 9,6 миллиарда, уволено более 40 тысяч. General Electric получила 20 миллиардов, уволило более 100 тысяч. Миллионы людей были выброшены с работы, а оставшимся рабочим пришлось трудиться в два раза сильнее. Производительность возросла на 45%, а зарплата рабочих на 1%. Подоходный налог богатейших американцев был урезан наполовину. Вместо того, чтобы платить приличную зарплату, нас вдохновили жить на ссуду, пока задолженность домохозяйств не выросла на 111% ВВП. Произошел взрыв персональных банкротств на 610%. Мы сочли необходимым лишить свободы миллионы наших сограждан. Продажи антидепрессантов на 305% взлетели вверх. Из-за своей жадности страховые и фармацевтические компании поднимали стоимость здравоохранения выше и выше. Все это было отличными новостями для фондовой биржи, взлетевшей на 1371%, и американских генеральных директоров, соотношение зарплат которых с рабочими составило 649%. Половина Флинта сейчас получает государственную социальную помощь. В конце рейгановских годов я снял свой первый фильм о том, что произошло со страной, и в частности, с моим родным городом Флинт, штат Мичиган, местом рождения General Motors. GM сообщал о прибыли в более чем 4 миллиарда долларов, в то же время ликвидируя десятки тысяч рабочих мест. Я встречался тогда с главным лоббистом GM во Флинте, мистером Томом Кеем, чтобы спросить его, почему это произошло. General Motors не стал бы поступать иначе, если это ведет к банкротству. Делалось то, что должно делаться для сохранения конкурентоспособности при нынешнем экономическом климате. Даже если это означает сокращение 18 тысяч рабочих мест, даже если это означает сокращение 20 тысяч вакансий, а если 30 тысяч, без разницы. А может, всех рабочих мест во Флинте? И такое осуществимо. Это и было сделано. Почти все рабочие места были сокращены, и GM обанкротился. Еще большее беспокойство вызывало то, что остальная часть Америки тоже теперь начинала напоминать Флинт. Но некоторые города все еще гордились своим величием. Кливленд! Посетите скорее Кливленд все. Приезжайте и посмотрите на оба наши здания. Вот место, где когда-то была промышленность. Этот поезд увозит рабочие места из Кливленда. Солнце видно почти 3 раза в год. У этого парня минимум 2 штрафа за езду в нетрезвом виде. Наша экономика основывается на Леборне Джеймсе. Купи дом по цене видеомагнитофона. Наш главный экспорт — критическая депрессия. Мы настолько тупы, что думаем, что это искусство. Хотя могло быть и хуже. По крайней мере, мы не Детройт. Нет, они не Детройт. 20 лет я пытался предупредить General Motors и остальных, что этот день настанет, но бесполезно. Может быть, сейчас они прислушаются. Итак, я пошел в штаб-квартиру General Motors в последний раз, чтобы поделиться с ними своими идеями. Ребята, у вас нет разрешения, вы не можете здесь снимать, а?
«Вам нельзя здесь снимать. Я просто хочу увидеть председателя». «Нет, сэр. Нет, сэр». «Вы знаете, я пытался сделать это на протяжении 20 лет. Я понимаю, сэр. Но меня не пускали в это здание все эти 20 лет. И я думаю, что сейчас как раз то самое время, чтобы меня пустили и дали поговорить с ними. У меня есть пара хороших идей». 7-6 говорит 4-7. Браво, зона Альфа. Слушаю. Здесь Майкл Мур хочет увидеть председателя. Повторите. Здесь режиссер Майкл Мур. Он здесь, чтобы увидеть председателя. Джентльмены. Да, вам надо сначала получить разрешение. Но если я не могу пройти туда за разрешением, то как я его получу? Я думаю, они правы. Прорваться туда — это сложно. Кончай это, брось. Просто иди в здание. На протяжении 35 лет GM получала больше денег, чем любая другая корпорация. Но в конце концов, Германия и Япония перестроили свою автомобильную промышленность и выпускали машины безопаснее и экономичнее наших. И еще они реже ломались, если вообще ломались. В Германии профсоюзы участвуют в назначении и увольнении совета директоров. Таким образом, работники имеют право голоса в том, что происходит. Понимаете? Люди в Японии и Германии сражаются за то, чтобы даже их консервативные политические лидеры не уничтожили средний класс. Так где именно мы сейчас? В тот день, когда General Motors объявила о своем банкротстве, я пошел со своим отцом на завод AC Spark Plug, где он проработал 30 лет. Значит, ты работал прямо здесь. Нужно было пройти... У них был трап, через который можно было пройти за то... Вон за то место, прямо туда? Да. И завод простирался аж до туда? Да. Я помню, как мама брала нас с собой, и мы подбирали тебя там в 2:30 каждый день. Да, ага. Ты выходил оттуда, прямо оттуда. А мы ждали тебя в машине и видели, как ты спускаешься по трапу. И всякий раз мы были так взволнованы, когда тебя видели. Я проработал тут 33,5 года. 33,5 года? Угу. Какие лучшие воспоминания у тебя остались? Лучшие воспоминания? Я думаю, люди. Мы были действительно хорошей командой. Тебе нравился коллектив, в котором работал? Да. Хорошее место для работы. Мне нравилось здесь. Грустно видеть, что этого больше нет. Незадолго до Рождества, в 2008-м, компания Republic Windows and Doors в Чикаго, штат Иллинойс, неожиданно уволила весь трудовой коллектив. Более 250 человек. Их уведомили об этом только за 3 дня. Bank of America отказался продолжать обеспечение кредитной линии компании, и рабочим не выплатили деньги, которые им причитались. Моя жизнь вращается вокруг этой работы. Я живу с чувством долга перед моей работой, понимаете? И не только я. Все рабочие здесь. Мы идем дальше, дальше чувства долга перед компанией. И в итоге компания ничем нам не помогает. Мы узнали, что они собираются закрыть завод во вторник. Знаете, мы не заслуживаем того, что они делают с нами. Это действительно больно, потому что, как я уже говорил, это моя вторая семья. Это так, это больно, это действительно больно. Я потеряю всех их, понимаете? Я потеряю их. И я не знаю никого на этой планете, заслуживающего то, что они сделали с нами. Сцены, подобные этой, повторялись по всей стране, но никто, казалось, их не замечал. Президент наслаждался последним годом своего правления. Но как только экономика начала разваливаться, он решил, что пришло время выкатить слово на букву «К». Капитализм — это лучшая система из когда-либо придуманных. Ха, неужели? Голоса слева и справа уравнивают систему свободного предпринимательства с жадностью, эксплуатацией и банкротством. Жадность? Эксплуатация? Банкротство? Продолжайте, я слушаю. Капитализм предлагает людям свободу выбора,
Где им работать и что им делать? Пэт Эндрюс ищет работу. Каждое утро она безрезультатно просматривает колонки объявлений. Здесь ничего нет. Танцовщицей в мужской клуб я тоже не пойду. Возможность покупать и продавать продукцию, которую они захотят. Том Рэндон избежал увольнения в своей компании, делающей таблички в Стоктоне, штат Калифорния, потому что вот эта надпись «Изъятие заложенной недвижимости» составляет половину его бизнеса. Если вы ищете социальную справедливость и человеческое достоинство, то система свободного рынка – это верный путь. И для тех, кто совершил правосудие в Пенсильвании, свободное предпринимательство было определенно верным путем. Уилкс-Бэр, штат Пенсильвания, имеет один из самых высоких уровней в государстве по количеству подростков, изолированных в домах для несовершеннолетних. Видимо, потому, что здесь хорошие люди применяют капиталистические методы в работе со своей своенравной молодежью. Округ нанял частную корпорацию с милым названием PA Child Care – охрана детства. Она была создана и принадлежала двум бизнесменам, одним из которых был Роберт Пауэр, адвокат и предприниматель. Его хороший друг, судья Канахен, закрыл общественное исправительное учреждение, а затем разрешил компании «Охрана детства» построить за 8 миллионов долларов аналогичный частный объект и привлек его в округ по арендному договору на 58 миллионов долларов. Давайте же познакомимся с несколькими юными преступниками из Уилксбера. Мэгги курила косяк на вечеринке в старшей школе. Я была очень непослушной в том возрасте. Мэтт, он устроил ссору за обеденным столом. Я бросил кусок мяса, как в стейке, приготовленном на обед, в бойфренда моей матери. Джейми устроила драку в торговом центре с ее лучшим другом. Понимаете, я просто решила, что мы не можем больше оставаться друзьями. А Хиллари создала интернет-страничку в MySpace, где насмехалась над замдиректора ее школы, строгим и лишенным чувства юмора. Я говорила там всякие глупости, мне тогда было всего 14. Заместитель директора вызвал полицию. Все они предстали перед добрым судьей Марком Щаварелой. Эти дети были готовы получить свой первый урок американского капитализма. Время – деньги. Много денег. Я предстала в суде перед мистером Щаварелой и не пробыла там даже 4 минут. Я стояла напротив него около 2 минут. Первое, что сказал мне судья Щаварела, было: «Что заставляет тебя думать, что ты можешь делать это дерьмо?» Я уверен, он уже знал, когда я только вошел, что он закроет этого подростка в любом случае. Он даже не смотрел на меня. Как только меня ввели в зал суда, я не имел никакого шанса. Там было примерно 6 детей вместе со мной. Каждый из них, по разным причинам, незначительным и более серьезным, был отправлен на исправление. И хотя Уилксбер находился в Соединенных Штатах Америки, здесь капитализм превзошел демократию. Роберт Пауэлл, один из владельцев охраны детства, разделил бизнес с судьей Конаханом и судьей Щаварелой. Судья Щаварелла тогда стал наказывать еще строже. Многие из этих детей были направлены в частные тюрьмы, принадлежащие охране детства. И на их проблемах эти судьи поимели более 2,6 миллиона долларов, тогда как владельцы помощи детям получили десятки миллионов долларов налогоплательщиков в качестве оплаты от округа. И на что же Пауэлл с удовольствием потратил все эти деньги? На свой частный самолет и свою яхту под названием «Шаткое правосудие». 6500 подростков несправедливо были признаны виновными. Это было хорошим бизнесом, пока это продолжалось. Двое судей округа Люцерн имеют большие проблемы с законом. Они отправятся в тюрьму. Некоторые дети были посажены, несмотря на возражения инспекторов по надзору за условно осужденными. Там вы теряете счет времени и дат. Я едва мог следить за этим. Должно было быть, как, скажем, 2 месяца, а проходило от 2 до 9 месяцев. Он сказал первоначально от 3 до 6 месяцев, но так или иначе я освободилась, пробыв там 11,5 месяцев. И меня никогда не отвозили к судье для продления моего срока. Компания «Охрана детства» расплачивалась не только с судьями, заполнявшими их клетки, но и со своими служащими, кто решал, получил ли подросток достаточную реабилитацию. Но это имело смысл, поскольку бывало, что правительственные организации обращали взор на прибыльную корпорацию в силу своих обязанностей. И что вы думаете, происходило?
Это заставляло меня чувствовать себя вещью, которую они использовали, чтобы просто получить деньги и потом отбросить в сторону. Я просто пытаюсь работать на своем самолете, просто пытаюсь подготовиться для моего будущего, чтобы я смог оставить все это позади и, наконец, покончить со всем этим. В течение всего судебного процесса от меня ничего не зависело, а полетом управляю только я сам. Это именно то, что я точно делаю полностью сам. Только я один управляю. Мэтт любит летать и надеется стать пилотом когда-нибудь. Если он добьется этого, то получит свой второй урок капитализма, что в Америке иногда вы более обеспечены, работая в Макдональдс. Помните Салли? Капитан Салленбергер, который безопасно посадил аэробус в реку Гудзон, спасший жизни 150 пассажиров. Настоящий американский герой. Он встретился с мэром, он послушал выступление президента в Конгрессе. Черт, он даже сходил на финал чемпионата США по футболу, а потом он пришел в Конгресс. Полет был моей жизненной страстью. И хотя я люблю свою профессию, мне не нравится то, что там происходит. Моя зарплата была урезана на 40%. Моя пенсия, как и у многих сотрудников авиалинии, была аннулирована. И не думайте, что я преувеличиваю, когда говорю, что я не знаю ни одного профессионального пилота, который хочет, чтобы его или ее дети пошли по их стопам. О, вы единственный, кто пролил свет в этих четырех стенах. Не думаю, что конгрессмены хотят слышать эти подробности. Вы нравитесь им только как герой. Какова была ваша начальная оплата как пилота? Я заработала 19 тысяч в первый год. Я поднялась до 22-23 тысяч во второй год. В прошлом году моя грязная зарплата составила 17 600 долларов. У нас на авиалинии есть шутка, что когда нам выдают крылышки, как вновь нанятым пилотом, то компания как бы говорит: «Эй, не просите талоны на еду в вашей униформе». Не знаю, как вы, но я хочу, чтобы пилоту, поднявшему меня в небо на 30 тысяч футов, платили реально хорошо, чтобы, сидя в своей кабине, он не искал за креслом потерявшуюся мелочь. Был период около 4 месяцев, когда я получал талоны на питание. Вы получали продуктовые талоны? Да. И в то же время летали на самолете? Да. С моей продуктовой карточкой. Дама, с которой я разговаривал в офисе выдачи этих талонов на еду, когда я говорил ей, что я пилот, нет, она не хлопала глазами, но она не верила мне. Как же вы жили, как могли позволить себе вещи? По кредитной карте покупал продукты в периоды, когда не было продуктовых талонов. Да ну. Мой долг по кредитке составляет около 10 тысяч долларов. Только на самое необходимое. Но не на телевизор с большим экраном или стереосистему. Вы пользуетесь кредиткой только для покупки продуктов? Да. А долг по студенческому кредиту есть? Да. Сколько? Около 80 тысяч. Я должна 100 тысяч долларов. Студенческий кредит? Но при таких условиях, к тому времени, когда я его выплачу, это, наверное, обойдется мне в более полумиллиона долларов с процентами, всеми сборами и штрафами за просрочку. Я не люблю тратить время, думая об этом, потому что это ужасно. Один из способов сдаться очень быстро, в смысле карьеры, которую я выбрала, это думать о том, сколько денег я должна и насколько мало я зарабатываю. Была ли у вас вторая работа, чтобы сводить концы с концами? Я выгуливала собак. Торговала соками Monavia Juice. У меня есть знакомые пилоты, сдающие плазму для дополнительного заработка. Вы имеете в виду кровь? Да, то есть они сдают кровь, несмотря на то, что управляют самолетом? Да, они сдают свою плазму. В общем, они отдают кровь обратно, но платят вам за плазму. А, понятно. Они высасывают из вас кровь, берут плазму и отдают вам вашу кровь обратно. Ну тогда не такая плохая сделка. Единственная причина, почему люди остаются летать, это то, что они любят это. И руководство этим пользуется. Авиакомпании сдали в аренду большинство самолетов местным авиаперевозчикам в попытке полностью разорить профсоюзы. Вы не можете конкурировать с ежегодным понижением уровня авиаперевозчиков, без того, чтобы не экономить на безопасности полетов. Примерно в 22:15 12 февраля 2009 года рейс 3407 авиакомпании «Континенталь» начал приземление в аэропорту Буффало.
Не подходите, здесь работают какие-то наземные службы. Полиция штата или департамент шерифа. Нам нужно выяснить, если что-то сохранилось на земле. Этот самолет был в 5 милях отсюда, и внезапно мы потеряли с ним связь. Самолет был виден на мониторе, но мы не могли говорить с ним. Никто не выжил в катастрофе, и 50 человек расстались с жизнью. Средства массовой информации сосредоточились на действиях пилотов. Капитан Марвин Ренслоу и старший помощник Шоу болтали о своих карьерах. Карьеры — это эвфемизм того, о чем в действительности разговаривали пилоты. Как мало им заплатили и сколько они переработали. Не было никакого обсуждения в масс-медиа о том, почему мы имеем экономическую систему, позволяющую платить пилоту меньше, чем менеджеру забегаловки. Старший помощник Шоу зарабатывала от 16 до 20 тысяч долларов в год и еще подрабатывала на второй работе. Ее второй работой была должность официантки в кофейне. Как эти компании могут избежать таких ситуаций? Я полагаю, что в этом и есть суть капитализма. Он позволяет вам добиться чего угодно, например, получения прибыли от смерти сотрудника. Это Ирма Джонсон. Ее муж Дэн работал менеджером среднего звена в Amegy Bank в Хьюстоне, штат Техас. Дэн недавно умер от рака, оставив Ирме 2 сыновей. Без уведомления Ирмы, Amegy Bank предъявил секретный полис страхования жизни Дэна. Банк великодушно называл себя там получателем страхового возмещения в случае смерти Дэна. Страховая компания тогда случайно проинформировала Ирму, что Amegy Bank получил чек на $1.5 миллиона спустя всего пару недель после смерти Дэна. Они мне так и не сказали. Я хотела узнать, в общем, почему они покупали полис на него. Вы не знали об этом? Нет? Они записали самих себя как получателей страховки? Да. Так значит, смерть вашего мужа сделала их на 1.5 миллиона богаче? Я знаю, это неправильно, что они пытаются нажиться на смерти моего мужа. Когда я впервые осознала, что происходит, я не могла в это поверить. Очень больно. Мне жаль. Это больно, и я хочу получить ответы. Ирма связалась с Майклом Ди Майерсом, местным юристом, который уже интересовался таким видом корпоративных страховых полисов для работников. При нормальном страховании жизни, где вы защищаетесь от потери любимого человека или кормильца семьи, вы не хотите, чтобы этот человек умер. С такими же полисами компании, которые покупают их, хотят, чтобы их работник умер, в соответствии с прогнозом. Выходит, что ты более ценен для компании, если ты мертв, нежели жив. American Greetings, Donnelly & Sons, Procter & Gamble – все они имеют проблемы со смертностью. Эти 4 комбинированные программы работают на 50% от ожидаемой смертности, и эти клиенты осознают эту проблему. По существу, брокер здесь жалуется, что недостаточно работников умирает, и поэтому доходы от инвестиций не совпадают с прогнозами. Брокер пишет, что страховка работает на 78% от ожидаемой смертности. Ладно, 78% людей, чью смерть мы ожидали, умерли. Но проблема в том, что 3 из них оказались самоубийцами. И невозможно просчитать это на каждый год. Не могли бы вы подумать о других ситуациях, в которых смерть людей желательна? Участники войн, наверное. Так, в каких случаях обычно хотят, чтобы люди умирали? Я не знаю. В ситуациях с войной, с терактами... Испытание лекарств, наверное? Я не знаю, это странный вопрос. Я не понимал, как вообще что-либо из этого может быть законным. В конце концов, есть смысл в том, что есть закон, запрещающий мне страховать ваш дом от пожара, потому что мне выгодно, чтобы ваш дом сгорел.
Поскольку Майерс исследовал это на протяжении нескольких лет, я спросил его, какие компании получали выгоду от таких страховых полисов. Я не знаю, вы не знаете, потому что нет такого места, куда можно прийти и узнать, является ли ваша компания покупателем этого типа страховок. А какие вы знаете наверняка? Пока мы знаем только те, которые засветились. Это Bank of America, Citibank, Walmart, Winn-Dixie, Procter & Gamble, McDonnell Douglas, Hershey, Nestle, AT&T, Southwestern Bell, Ameritech, American Express. Все перечисленное — это ключевые компании. Это не компании-однодневки, пытающиеся сжульничать, чтобы обналичить чек, если один из служащих умрет. Тут, возможно, уже несколько миллионов американцев, покрытых одним из этих полисов, или бывших таковыми когда-либо. И это только то, что уже известно. Это Пол Смит. Он был, что называется, добросовестным служащим. Я работал на Walmart 18 лет и выкладывался там на 110%. Наверное, я любил эту компанию. И, как выяснилось, Walmart получил выплаты по более чем 350 тысячам страховых полисов на рядовых сотрудников. Они были не руководителями, а обычными людьми, как и моя жена, работавшая там 18 месяцев декоратором тортов. Это та категория людей, за которую они получали выплаты по страховкам. Жена Пола, Ладонна, оставила работу в пекарне Walmart, чтобы быть дома с двумя их детьми. У нее была астма, очень сильная. Однажды вечером ее увезли в неотложку, потом оттуда пришла медсестра и спросила: «Вы мистер Смит?» Я ответил: «Да». И она сказала: «Мы не думаем, что ваша жена выкарабкается». Ладонна впала в кому, из которой она больше не пробудилась. Ее семья помчалась в больницу, несмотря на то, что они ничем не смогли бы ей помочь. Там была стена, и Ладонна была в палате за той стеной. И Джессика без конца спрашивала, где она. И я говорила: «Она там, за этой стеной». И Джессика сказала: «Можем ли мы вырезать дырку в стене, чтобы можно было увидеть ее?» Я хорошо запомнила этот момент. Ты помнишь это? Мы должны были быть там с ней, поэтому мы писали ей письма. «Моя дорогая жена, я скучаю по тебе больше, чем можно сказать словами. Ты вся моя жизнь. Ты всегда видишь прекрасное в самых обычных вещах. Я всегда восхищался тобой за это. Если бы я мог говорить тебе это чаще. Я хочу, чтобы ты скорее вернулась ко мне. Мне многому нужно еще научиться у тебя, моя любимая. Твой любящий муж, Пол». Ты в порядке, Уэсли? Ей было 26 лет. Чем моложе человек, тем выше прибыль, потому что предполагается, что он будет жить дольше. Также предполагается, что женщины живут дольше, чем мужчины. Таким образом, работник для компании наиболее ценен, если он мертв, как эта молодая женщина. Смерть Ладонны принесла одной из самых богатых в мире корпораций дополнительные 81 тысячу долларов. Мне пришлось выложить 100 тысяч за лечение и 6 тысяч за похороны, но Walmart не предложил мне ни цента помощи. Я верил им. И никогда бы в жизни не подумал, что где-то в отчете о прибыли у них написано: «Умерший работник — 81 тысяча долларов». Walmart'у наплевать на тебя. Когда кто-то уходит в мир иной, они не должны ничего с этого иметь. Общим знаменателем для каждого вида страховки является то, что если работник умирает, работодатель получает деньги от страховой компании. Эти полисы часто называются страховкой мертвого крестьянина. Мертвые крестьяне? Почему они используют такое страшное название? Действительно страшное, я тоже не знаю, что оно означает. С мертвыми понятно. Работник, который уходит в мир иной, он и есть мертвый. Крестьяне, не знаю, почему они выбрали это слово. Не знаю, имеет ли это какое-нибудь историческое значение. Или просто они так представляют себе относительную стоимость жизни сотрудника. Мертвые крестьяне? Да, они их так между собой называют. Это оскорбительно, называть так моего мужа. Оказалось, что Amegy Bank имел второй полис мертвого крестьянина, Надена, который в общей сложности принес им почти 5 миллионов долларов. Капитализм — это грех? Да. Капитализм для меня и для многих из нас в настоящее время — зло.
Он противоречит всему хорошему. Он противоречит общему благу. Он противоречит состраданию. Он противоречит всем основным религиям. Капитализм — это в точности то, о чем говорят священные книги. Наши священные книги, в частности, говорят нам о несправедливости в той или иной форме или образе. Бог спустится и когда-нибудь искоренит это. Это сказал отец Дик Престон, священник из города Флинт, венчавший меня с моей женой. Капитализм — это неправильно, и поэтому он должен быть ликвидирован. Ликвидирован? Звучит немного жестко, и я решил пойти и поговорить со священником, который венчал мою сестру и ее мужа. Я был уверен, что он предложит более лояльный подход по отношению к капитализму. Это аморально. Это непристойно. Это возмутительно. Это правда корень зла. Это радикальное зло. Ого, интересно, их босс знает, что они говорят такое? Я подумал, что лучше пойти и выяснить это у епископа. Система не представлена так, чтобы обеспечивать благополучие всех людей. И это делает систему, по сути, противоречащей Иисусу, который говорил: «Блаженны нищие, горе богатым». Это прямо из Евангелия от Луки. Как мы можем так долго мириться с этой системой? Я имею в виду, они говорят, система построена на том, что мы называем пропагандой. Пропаганда пугает меня умением убеждать людей, которые сами становятся жертвами этой системы, поддерживать ее и рассматривать ее как нечто хорошее. Мы знаем, что американский капитализм — это в сущности правильно, благодаря основным его элементам — частная собственность, мотив прибыли и рыночная конкуренция. Это все полезно и хорошо. Это совместимо с законом Божьим и библейскими учениями. Все время, как себя помню, мне говорили, что конкуренция и прибыль — это хорошие вещи. Это совместимо с законом Божьим и библейскими учениями. И если для наращивания прибыли нужно бросить за решетку несколько детей или заработать на смерти сотрудника, это совместимо с законом Божьим и библейскими учениями, то это моральное право держателей акций. Это совместимо с законом Божьим и библейскими учениями. Задолженность, выселение и эксплуатация. Законом Божьим и библейскими учениями. Чему мы действительно так преданы? Мотив прибыли. И вот все хорошие американцы стали делать вид, что верят в то, что наша капиталистическая экономическая система совместима с библейскими учениями. Когда я был ребенком, я хотел быть священником. Но не из-за причудливых нарядов или шествий ордена рыцарей Колумба, или даже симпатичных монахинь, которые были так добры ко мне. Это из-за священников, вышедших на марш из Сельмы, или пытавшихся остановить войны, или посвятивших свою жизнь бедным. Они говорили мне совершенно ясно, что Иисус сказал так: «Первые станут последними, а последние станут первыми». Что богатому будет очень тяжело попасть в рай. Что нас будут судить по тому, как мы обращаемся с теми, кто ниже нас. И что нет людей более важных для Бога, чем бедные. С того времени, похоже, Иисус был похищен группой людей, уверовавших, что Сын Божий был послан сюда, чтобы создать рай на земле для состоятельных господ. Должно быть, я пропустил часть Библии, где Иисус становится капиталистом. Пожалуйста, скажи мне, Спаситель, что я должен сделать, чтобы получить жизнь вечную? Пойди и максимизируй прибыль. Ты говоришь, что Царство Небесное рядом, но когда именно оно наступит? Когда ты прекратишь регулировать банковскую индустрию? Помоги мне, я шел сюда 20 лет. Мне жаль, но я не могу исцелять на прежних условиях. Ему придется заплатить из своего кармана. Почему-то я не думаю, что Иисус пришел на землю для того, чтобы звонить в колокол на Нью-Йоркской фондовой бирже. И все же изначально богатые основали ее для самих себя.
Когда я нахожусь на Уолл-стрит, я понимаю, что это главный нервный центр американского капитализма. Я осознаю, что капитализм сделал для трудящихся Америки, для меня, это место святым. Позвольте мне добавить. В течение войны в Ираке и войны с терроризмом, если вы посмотрите на мировые фондовые рынки и мировую экономику, то увидите, что несмотря на эти ужасные очаги беспорядков и убийств, о которых мы сказали, им никогда не было лучше, чем в это время. Глобальной экономике никогда не было лучше, и мировым фондовым рынкам никогда не было лучше, Джимми. Это либо чудо, данное Богом, или что-то связанное с победой распространения мирового капитализма, или то и другое вместе. Они считают Уолл-стрит святым местом. Как вы считаете, что Иисус должен был думать о капитализме? Я думаю, он просто отказался бы быть его частью. Иисус отказался бы быть частью этого, но он, видимо, занимает там особое место для того, кто слил в прессу секретную директиву Ситибанка об их плане управления миром. Вернемся в 2005 и 2006 годы. Citigroup пишет три конфиденциальные записки своим крупнейшим инвесторам о том, как обстоят теперь дела. Они делают заключение, что в Соединенных Штатах больше уже не демократия, а наступило время плутономики. Общество полностью контролируется исключительно в интересах верхнего 1% населения, который теперь имеет больше финансовых средств, чем нижние 95% вместе взятые. Записка злорадства о растущем разрыве между богатыми и бедными, и что они теперь стали новой аристократией, и что не видно конца пути для их выгодного предприятия. Однако, была одна проблема. По мнению Citigroup, наиболее мощной, но кратковременной угрозой может стать требование населения более справедливого распределения богатств. Другими словами, крестьяне могут взбунтоваться. Citigroup сетовала, что небогатые, хоть и не обладают достаточной экономической властью, но они имеют равное право голоса с богатыми. Один человек — один голос. И это то, что действительно их пугает. Мы все еще можем голосовать. Фактически, мы имеем 99% голосов, а они — только 1%. Так почему же 99% мирятся с этим? По мнению Citigroup, это потому, что большинство избирателей верят, что когда-нибудь они получат шанс самим разбогатеть, если они просто достаточно сильно постараются. Богатые были довольны, что так много людей купилось на американскую мечту. Тогда как они, богатые, не имели намерения делиться с кем бы то ни было. Я думаю, что капитализм гораздо более важен, чем демократия. Я даже небольшой поклонник демократии. Я всегда говорю, что демократия, как если бы два волка и одна овца принимали решение о том, чем им пообедать. Это Стивен Мур, не родственник, комментатор и член редакционного совета Wall Street Journal, ежедневной библии корпоративной Америки. Послушайте, я согласен, что народ имеет право голосовать и все такое, но знаете, многие страны, имеющие избирательное право, по-прежнему бедны. Демократия не всегда ведет к развитой экономике или даже хорошей политической системе. При капитализме вы вольны делать, что вы хотите, независимо от того, хотите вы этого или нет. Это не означает, что вы обязательно преуспеете. Помните, американская конституция не гарантирует счастье. Конституция. Всю свою жизнь я слышал, что Америка является капиталистической страной. Поэтому я отправился посмотреть оригинал Конституции и проверить, так ли это. Я пытаюсь найти место, где устанавливается наша экономическая система, где было бы написано, что у нас капиталистическая экономика, судопроизводство, судебная часть. Там нет никаких упоминаний о свободном рынке, предпринимательстве или капитализме. В действительности, все, что я увидел, было «мы – народ», что-то про более совершенный союз и способствование общему благосостоянию. Благосостояние? Союз? Мы? Звучит как какой-то другой изм. Но нет, это демократия. И я задался вопросом, что было бы, если бы рабочее место было демократией? Всегда было большое различие между тем, как управляется государство, и тем, как осуществляется управление предприятиями. Это точно. Здесь наблюдается разрыв между нашей исповедуемой любовью к демократии и тем, насколько мы согласны принять диктатуру, которую видим каждый день на работе.
По-другому обстоят дела в Eastmass Engineering в Висконсине. Они конструируют и собирают промышленные роботы. Этот бизнес приносит 15 миллионов долларов в год. Все рабочие являются совладельцами бизнеса. Он не говорит о каких-то ерундовых опционах на акции. Он имеет в виду, что они истинные владельцы. Это демократическая система управления, где каждый член коллектива имеет один голос и равное право. Все за. Все за. Зарплата определяется, исходя из общей прибыли. Получая зарплату поровну, они могут сами принимать решения и в итоге зарабатывать больше денег. Здорово, правда? И как патриотично то, что они хотят распространить любовь к американской демократии на свою работу. Только представьте, если бы место, где вы работаете, управлялось вами и вашими коллегами. Вы, наверное, не станете увольнять своих коллег, чтобы повысить стоимость своих акций, не так ли? И не поднимете себе зарплату, урезав ее вашим сотрудникам. Мы на самом деле не делаем это здесь. Ты действительно не можешь этого, иначе все на тебя будут смотреть и говорить: «Почему этот парень такой жлоб?» Понимаете, это слишком очевидно. Практически, у вас большое количество людей, которые работают каждый день, засучив рукава. Но если кто-то сверху этой цепочки станет забирать себе все дополнительные деньги, то так будет несправедливо. Ну да, справедливость на рабочем месте. Какая новая идея? Отсюда в Калифорнию на хлебзавод, где работники делают каждый день тысячи буханок хлеба. Чем больше часов вы работаете на кооператив, тем больше ваша доля в общей прибыли. Рабочие здесь счастливы. Среди нас нет старших или младших, все равны. Я, как генеральный директор, получаю такую же долю, как и любой работающий. И это оказалось очень выгодным для нас, как работников. Здесь рабочие на конвейере зарабатывают более 65 тысяч долларов в год. В три раза больше, чем платят начинающему пилоту в American Eagle. Я надеюсь, что люди возьмут на заметку такой тип организационной деятельности и начнут рассматривать его как альтернативу. Почему вы хотите разбогатеть? Сколько автомобилей вам действительно нужно в жизни? Все ясно, он не по автомобилям, но это нормально. Его хлебозавод и сотни других предприятий с рабочими собственниками доказывают, что люди не всегда мотивированы прибылью. Историческая победа над ужасной болезнью. Вместо того, чтобы, используя свой гений, заработать кучу денег, доктор Джонас Солк потратил все свое время, помещая обезьяньи почки в блендер, пытаясь найти лекарство от полиомиелита. И когда он сделал это, то решил раздавать его бесплатно. Этот человек мог бы стать намного богаче, продав свою вакцину фармацевтической компании. Но он считал, что его талант должен быть использован для общего блага. И той достойной зарплаты, которую он получал как врач и ученый-исследователь, ему было достаточно, чтобы жить комфортной жизнью. Кто владелец патента на эту вакцину? Я уже говорил, народ. На это нет патента. Разве вы можете запатентовать солнце? Да, мы проделали длинный путь со времен доктора Солка. Потому что сегодня наши лучшие умы используются для других целей. Куда мы отправили наших лучших математиков и ученых? В финансовые структуры. Они не идут в американскую науку. Они идут на Уолл-стрит. Нынешние студенты, в отличие от тех, что были во времена доктора Солка, могут окончить колледж, имея долг по студенческому кредиту, достигающий 100 тысяч долларов США и больше. Эти студенты после выпуска обязаны банкам следующие 20 лет. И лучший способ для них погасить кредиты в банках – это пойти работать туда, вместо того, чтобы работать на всеобщее благо. Мы берем людей, которые могли бы быть чрезвычайно продуктивны, отбираем их из числа таких в Америке. Мы берем их и заставляем заниматься деятельностью, которая не просто менее продуктивна, а фактически разрушительна. И каждый день, работая там, они на самом деле делают этот мир хуже. Так кто из бывших лучших студентов Гарварда и других университетов работает там в наши дни? Деривативы. Кредитные дефолтные свопы. Я не вижу в этом никакого смысла. Я не понимаю этого. Именно это я и ощутил, когда впервые услышал эти новые термины.
Поэтому я отправился на Нью-Йоркскую фондовую биржу получить некоторые ответы. «Сэр, вы можете объяснить мне, что такое деривативы? Кто-нибудь может объяснить про деривативы или кредитные дефолтные свопы? Может кто-то объяснить мне, что это такое? Сэр, вы можете рассказать мне, что такое кредитный дефолтный своп?» Никто не говорит со мной. Я просто рабочий. «Да, я вижу. Эй, мне нужен совет. Вы, ребята, что-то посоветуете? Не снимай больше фильмов. Дериватив, кредитный дефолтный своп. Я нашел одного парня на Уолл-стрит, который не был кинокритиком. Маркус Хопт, получив в Лиге Плюща образование инженера, стал вице-президентом Lehman Brothers и провел 15 лет на Уолл-стрит, создавая то, что они называют комплексными финансовыми инструментами. Что такое дериватив? Дериватив представляет собой вторичную ставку на базовый продукт. Так вы можете иметь акцию и опцион на эту акцию. И этот опцион предоставляет вам право, но не обязанность, покупать или продавать. Как это определить? Вам позволяется решать, хотите вы или нет окончательно принять эту экспозицию. Объясню по-другому. Цена дериватива базируется на цене чего-то еще. Это вроде уравнения второй степени. Если вы думаете, скажем, может быть, мне начать сначала? Позвольте мне начать сначала. Давайте еще раз. Я пропал. Может быть, в Гарвардском университете есть кто-то, кто смог бы объяснить это мне. Профессор Кеннет Рогов, кафедра экономики, Гарвардский университет, бывший главный экономист МВФ. Да, это покупатель, как продавец, держит ссуду и может по умолчанию. И они продают кому-то еще. Извините, позвольте мне повторить. Прошу прощения, это довольно экзотично. Деривативы являются не более чем запутанными схемами ставок. Это как математическое уравнение, которое вы видите. Не можете разобраться? Все нормально. Вы и не должны. Они нарочно сделали это бессмысленной путаницей, чтобы можно было спокойно скрыться с места преступления. Предположим, что вы юрист, пришли туда из аппарата правительства и пытаетесь оценить, нарушают ли эти дела налоговый кодекс. Если вы сможете понять, что они делают, то, скорее всего, фирма на Уолл-стрит предложит вам работу. Могу ли я пойти на Уолл-стрит и просто попросить их выпустить дериватив на что-нибудь? Да. Поверьте, на любое, что там есть, имеется и дериватив. Таким образом, Уолл-стрит превратился в безумное казино. Мы позволили им делать ставки на что угодно, включая наш фамильный дом. Комитет спасения мира. Самый влиятельный банкир 20 века. Гринспен стал иконой в сфере экономики. Алан Гринспен говорит, что с экономикой все в порядке. Гринспен в бешенстве. Прям как в шоу девчонки сходят с ума. Что общего у Мика Джаггера и Алана Гринспена? Алан Гринспен на данный момент, несомненно, является самым толковым человеком, исходивших когда-либо по земле. Он первым использовал фразу «выпусти свой жилищный займ». То есть американцы могут использовать свой ипотечный кредит так, как сказал Алан Гринспен, а именно перезаложить свой дом. Но кто не сможет покрыть кредит, тот потеряет дом. Это фактически началось с уговоров в основном пожилых американцев, людей, у которых уже были дома, задействовать их в рефинансировании и в итоге выселить их. Да, выкиньте старых граждан из их домов. Мошенничество с выкупом у людей домов, которые им уже принадлежали, было мастерским. Вот как это работало. Сначала скажите этим домовладельцам, что у них есть собственный банк. И этот банк — твой дом. Поэтому, если твой дом стоит 250 тысяч долларов, это делает тебя миллионером на четверть. Ты сидишь на мешке с золотом. Ты владеешь собственным банком, своим банком, и ты можешь использовать его для получения еще больших денег. Просто рефинансируй. Все так делают. Конечно, в сотне страниц мелким шрифтом были скрыты каверзные пунктики, позволявшие банку повышать судный процент, о чем ты не знал сначала, до значения, возможно, такого высокого, что ты будешь не в состоянии расплатиться по кредиту. Но все в порядке. Если ты не сможешь заплатить, мы всего лишь отберем твой дом. Естественно, перед тем, как они смогут забрать твой дом, им необходимо было изменить нормы и правила. Что за фотографию я здесь нашел? Это из ежегодного отчета Федеральной корпорации страхования вкладов.
Джон Гиллеран, глава бюро сберегательного надзора, осуществляющего контроль за сбережениями и займами. Это парень с бензопилой. А четыре других оскалившихся идиота на фотографии. Это три ведущих лоббиста в банковской сфере и помощник главы федеральной корпорации по страхованию депозитов. И они удерживают груду постановлений. Все это предполагало демонстрацию их намерения разрушить регулирование. И это им удалось. Теперь мы знаем, что происходит, когда отменяется финансовое регулирование. Вы получаете финансовую катастрофу. Растущая семья с кучей долгов, молодая пара, не имеющая первого взноса, предприниматель с проблемными документами. Каждому из них было отказано в предоставлении жилищного займа тремя различными кредиторами. Но я и Countrywide им все одобрю. Не покупайтесь на приятные манеры и светлые волосы. Это тот же шаг, что предлагает вам мафия по соседству. Я знаю, что ты чувствуешь. У тебя много долгов. У тебя нет денег на первый взнос. Ты не можешь предоставить документацию. Все отлично. Я дам тебе кредит, от которого ты не сможешь отказаться. Он называется субстандартным. Не нужно платить сейчас. Ты заплатишь немного позже. Не беспокойся, чуть позже. Мы позаботимся о тебе. И как мафия, Countrywide, Citibank, Wells Fargo, Chase... Шевелись! Они когда-нибудь придут за долгом и отберут ваш дом. Я исправно платил 1700 в месяц. Потом стало 2000. Потом 2300. Потом стало 2700. Я не смог. Это хакеры из городка Пеория, штат Иллинойс. Рэнди работал на железной дороге, Донна работает в домах престарелых. Их ферма, принадлежавшая семье более 4 десятилетий, была отобрана за долги Ситибанком. Год назад на работе Рэнди попал в аварию, и сейчас он на инвалидности. Они просто украли абсолютно все. Сбережения за всю мою жизнь и все остальное. Одним росчерком пера, адвоката и судьи. Хакеры показали мне уведомление об изъятии от Ситибанка. Что привлекло мое внимание, это город, из которого им прислали документы на ипотеку. Оказалось, что компания, принадлежащая крупным банкам, выбрала для обслуживания 60 миллионов ипотечных кредитов один из самых отчаявшихся городов в Соединенных Штатах. Эта компания нанимает жителей Флинта для рассылки около 60% всех уведомлений об изъятии в стране. По-видимому, это какая-то злая шутка, что мой родной город в настоящее время находится на службе, помогающей превратить остальную Америку во Флинт. Обычно, когда банк выселяет семью, подобную хакерам, из их дома, то он нанимает профессионалов, чтобы те пришли и очистили место. В данном случае банк решил, зачем платить доллар сверху, если мы имеем отчаявшуюся семью, которая сама сделает все задешево. Окончательное унижение хакеры получили тем, что работали на банк, который отбирал их дом. Собственность должна быть передана в убранном состоянии, весь хлам, мусор и личное имущество должны быть удалены. После передачи ключей представитель оценочной компании вручит вам чек на $1000. Знаете, $1000 за то, чтобы убраться из собственного дома, и за все остальное. Я в самом деле хочу поблагодарить их. Это действительно что-то. Моя жена неделю убирала дом, чтобы он выглядел презентабельно для кого-то другого. Я счастлив, что они это сделали. Я благодарен им. Это было ужасно мило с их стороны. Я хотел бы поблагодарить их. Все отлично. У меня еще один. О, этот от двери в нашу спальню. Подумал о том, что я прятал его. Я запирал на ключ, чтобы дети не лазили, а то у меня там оружие. Вот твои деньги, Рэнди. Вы являетесь свидетелем настоящего грабежа. Я начинаю понимать, почему люди теряют голову и начинают стрелять во всех. Я не говорю, что собираюсь сделать что-нибудь такое, но я вижу, как они доводят людей до таких ситуаций.
Когда люди идут туда с бомбами и взрывают их, и стреляют в них, все, что с ними случается, они заслуживают. Это все, что я могу сказать. Я надеюсь, что это произойдет. А, ладно. Больше ничего не скажу. Это Боб Файнберг. Он обрабатывал все VIP-кредиты в Countrywide, крупнейшей ипотечной компании страны. И хотя Countrywide в основном специализируется на высокодоходных займах для людей с низким достатком, работа Боба состояла в обслуживании некоторых ведущих политических лидеров страны. Однажды один из крупнейших боссов позвонил мне в офис. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты позвонил этому парню». Я сказал: «Окей». И он сказал: «Это друг Анджело. Анджело Мазило, генеральный директор Countrywide. Выдай ему по этой ставке, откажись от сборов, зафиксируй проценты по ставке и смотри не на портач». И я сказал: «Ладно». Таким образом, существовало специальное отделение, где обслуживались друзья Анджело. Друзьям делались скидки, сборы были отменены, и без всякой бумажной волокиты. Мы буквально писали на файле DA, то есть друзья Анджело. Это были очень важные люди. Через меня прошли Ричард Холдбрук, посол Холдбрук, Дона Шалейла, люди с капиталистского холма, люди, регулирующие ипотечные рынки, люди, которые регулируют Уолл-стрит, Джим Джонсон, глава Фэнни Мэй, Альфонсо Джексон, министр жилищного строительства, сенатор Конрад из финансового комитета. У меня дома телевизор, я был на кухне и услышал голос, проповедующий о хищническом кредитовании и как мы положим этому конец. Наши национальные финансовые регуляторы станут копами, защищающими работающих американцев от недобросовестных финансовых действий. Говорил сенатор Кристофер Дод. Я смотрел телевизор, и мне было не по себе. Некоторые из таких займов являются законными, когда они сделаны для особых заемщиков с высокими доходами. Я оформлял несколько займов для него, по которым он получал скидки и всякие другие вещи, которые делались для друзей Анджело, и все было нормально. Комитет Сената по банкам и строительству предполагал стать сторожевым псом ипотечной индустрии. Сенатор Додд является председателем этого комитета и служит там более 28 лет. Как друг Анджело, он получил более чем на 1 миллион долларов дисконтных кредитов от Countrywide. Кто-то здесь по соседству продает токсичный кусок дерьма в кредит кому-то. Мне было поручено выдать самый удобный кредит для этой важной персоны. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша деятельность смахивает на взяточничество? Нет, я не чувствовал, что я покупаю кого-либо. Я просто делал свою работу. Я был парнем из VIP-обслуживания. Все в компании знали, кем я был. Ну, понимаете, все. И мне это было весьма лестно. Но нет, я не чувствую, что я делал что-то плохое. И если бы не я, то кто-нибудь другой делал бы эту работу. Вот почему нам нужны такие люди, как Билл Блэк, один из банковских регуляторов, раскрывших в 80-х годах скандал с Savings and Loan. Произошло нечто незаконное, и я держу пари, что регуляторам это известно. У одного из главных фигурантов того скандала, Чарльза Китинга, был план оказания давления на Билла Блэка, и он послал записку с инструкциями нескольким сенаторам. Я спросил его, кто занимался этим вопросом сегодня. Где было ФБР при всем этом? ФБР начало публично предупреждать с сентября 2004 года об эпидемии ипотечного мошенничества со стороны банков. Эпидемия — это их определение. Но после терактов 11 сентября на их расследование администрацией Буша было переброшено не менее 500 ведущих специалистов ФБР из отдела экономических преступлений. При том, что мы стояли на пороге продолжавшейся все правление Буша крупнейшей волны беловоротничковой преступности в национальной и фактически в мировой истории. ФБР сообщает, что 80% потерь из-за мошенничеств по ипотечным кредитам вызвано персоналом кредитора. Что это значит? Это значит, что не заемщик с улицы пытался мошенничать со сбережениями и кредитами. Эти мошенничества совершали те, кто управлял организацией. Другими словами, генеральные директора, как правило. Выходит, эти руководители думали, что им это сойдет с рук, а им это и сошло с рук.
Да, определенно сошло с рук. Но из-за президентских выборов, которые были совсем не за горами. Определите богатых. 5 миллионов. Элиты были обеспокоены тем, что их преступным забавам может прийти конец. После вытряхивания триллионов из американского народа, при восстановлении прав собственности на свои дома, разорения людей в случае заболевания, убеждения народа инвестировать свои накопления и пенсии в казино, известное как фондовый рынок, богатые решили совершить еще один последний грабеж, поскольку вечеринка, длившаяся 30 лет, подходила к концу, и взять большую часть серебра себе, сколько смогут. Но сначала население нужно было отвлечь. И, как они поняли после 11 сентября, в Доме храбрости ничего не работает так хорошо, как старый добрый страх. И кого же лучше выкатить для драматического нагнетания страстей, как не самого цыпленка Цыпу? Уважаемые жюри Оскара, вашему вниманию. Добрый вечер. Наступил очень сложный период для экономики Америки. Лучшие экономические эксперты правительства предупреждают, что без немедленных действий со стороны Конгресса Америка может скатиться к финансовой панике и бедственному сценарию событий. Многие банки рухнут, включая некоторые в вашем регионе. Фондовый рынок упадет еще больше, что повлечет сокращение величины вашего пенсионного счета. Стоимость вашего дома быстро снизится. Количество выселений резко возрастет. И если вы владелец бизнеса или фермер, то вам будет значительно сложнее и намного дороже получить кредит. Многие предприятия будут закрыты, и миллионы американцев лишатся работы. Даже имея хорошую кредитную историю, станет более сложно для вас получить кредиты, нужные для покупки автомобиля или обучения детей в колледже. И в конечном итоге наша страна может впасть в состояние длительной и болезненной рецессии. Сограждане, мы не должны допустить этого. На самом деле, не было никакой нужды в этом заявлении, поскольку масс-медиа были уже пьяны от Кул-Эйд. Катастрофа. Американская финансовая система скатилась к своему основанию. Гигантское крушение банков, обвал акций. Кошмар на Уолл-стрит. AIG бьется за свою жизнь. Армагеддон. Кровь на полу. Проверка на прочность наших фондовых индексов. Что, черт возьми, произошло? Вы видели когда-нибудь разрушение плотины? Оно начинается с маленькой трещинки, небольшой протечки. При подавляющей поддержке Конгресс отменил ограничения. Большое банковское дело несется назад. И она начинает разрушение и уничтожает всю внутреннюю прочность плотины. Яд ипотечной неразберихи проникает глубже и глубже в банковскую систему. И вскоре плотина работает против самой себя. Вес плотины и вес воды сговорились против нее. Акционеры опрокинули акции Bear Stearns, проведя огромную распродажу. Акции Fannie Mae и Freddie Mac были в свободном падении этим утром. Потом появляется значительный поток. Полоса неудач на Уолл-стрит тянется 7-й день. А потом внезапно вы получаете 60-70-футовые разрезы. Прорыв плотины. Lehman Brothers — банкротство. Merrill Lynch спешно проданы. На очереди AIG. Продолжающийся весь год сползание рынков сбросило вниз некоторые крупнейшие голубые фишки. Вода вырывается наружу. Сегодня утром погиб Washington Mutual, крупнейшая потеря в банковской истории США. Акции упали в пропасть, крупнейшее разовое падение индекса за всю историю. Она разрушает остатки дамбы. И полное разрушение занимает где-то около 2 минут. Но, конечно же, это та маленькая дырочка, существовавшая там несколько лет, и есть настоящая причина разрушения. Вы имеете в корне несостоятельную систему, построенную на песке, вместо прочного фундамента, и она прогнила от самой сердцевины. Похоже, что капитализм просто рушится сам на себя. Кто разбогател здесь? Множество людей обогатилось за это время. В первую очередь, сотрудники и руководители крупных банков, союзов вкладчиков и заемщиков, специальные вторичные кредиторы. Эти люди стали невероятно богаты. И члены Конгресса богатеют, особенно когда они уходят из Конгресса. Некоторые из них идут работать в финансовые учреждения. Конечно. И также поступили Рубин и Саммерс. Роберт Рубин – топ-менеджер одновременно в Citigroup и Goldman Sachs, чемпион по изменениям в законодательстве, которые позволили коммерческим банкам войти в такие новые области, как инвестиционные банковские услуги и экзотические виды страхования.
Это сделало легальным решение о слиянии Citicorp и Travelers Group, сделку стоимостью 70 миллиардов долларов, создав крупнейший в мире банк. После ухода из администрации Клинтона, Рубин работал на Citigroup, заработав более 115 миллионов долларов. Где Саммерс сделал свои деньги? Саммерс сделал свои деньги как финансовый консультант, а также выступая с лекциями стоимостью в некоторых случаях более 100 тысяч долларов за один раз. Саммерс также сделал 5,2 миллиона долларов, работая на полставки консультантом в хедж-фонде. Где работал Гайтнер? Гайтнер терпел неудачу в значительной части всего, что он сделал за свою жизнь. Большинство учреждений, которые разрушили экономику, находились под его непосредственной властью. Как он получил должность министра финансов? За полный развал своей работы в качестве президента Федерального резервного банка Нью-Йорка. Но это бессмысленно. Как раз наоборот, это имеет большой смысл. Это не новость для Вашингтона. Люди, которые дают вам неверный ответ, но тот, который вы хотите получить, такие люди бесценны. И они зачастую получают повышение именно потому, что готовы говорить и делать абсурдные вещи. Это те люди, которые обещали нам, что финансовое дерегулирование сделает нас всех богатыми. И это те люди, которые сами обогатились. Неудивительно, что богатые хотели стать еще богаче. Но теперь они придумали новый и наглый способ сделать это. Они просто подогнали большой грузовик к Министерству финансов и погрузили на него 700 миллиардов долларов наших налоговых денег, без лишних вопросов. Со мной рядом Майкл Мур, ведь ты его знаешь, он режиссер, и прямо сейчас меня снимает. У меня тут жена на проводе. А, привет, Бэрон Хилл из Индианы. Хороший штат, мы из Мичигана. Как произошел этот коллапс? Я поехал домой в пятницу. Все было просто отлично в экономике. Я перезвонил после того, как мой самолет сел в Индиане, просто чтобы отметиться в офисе. И внезапно мы получаем этот кризис. И я должен буду проголосовать, когда возвращусь в понедельник, за многомиллиардное вливание для спасения финансовой индустрии. Нам было сказано, что если мы не сделаем это немедленно, экономика рухнет, без всякого сомнения. Я почувствовала, что сообщение об этом кризисе в сентябре, за несколько недель до выборов, очень подозрительное. Конгресс как раз находится в наиболее нервозном состоянии. И я подумала, подождите минутку, что тут происходит? Это ненормально. Руководство Конгресса и администрации Буша быстро провели серии частных встреч с титанами Уолл-стрит, чтобы выяснить, сколько потребуется денег на возмещение потерь, понесенных всеми их акционерами. Соглашение было достигнуто с министром финансов Генри Полсоном, бывшим гендиректором Goldman Sachs, личное состояние которого оценивалось в 700 миллионов долларов, когда он покинул Goldman, чтобы возглавить Минфин. Я думаю, мы видим лучших людей Соединенных Штатов Америки, собравшихся сегодня в палате спикеров. Лучших в Америке? Или он имел в виду лучших из Goldman Sachs? Министерство финансов — это, по существу, рука Уолл-стрит. Все ответственные люди там из Goldman Sachs. Мы называем его правительством Goldman современной эпохи. Это из-за наличия бывших топ-менеджеров Goldman Sachs внутри Министерства финансов при Буше, так же, как и при Клинтоне. Они действовали как могущественнейшее лобби внутри финансовых регуляторов, пока получали зарплату. Министр финансов Полсон. Он не был просто случайным человеком в Goldman. Это был парень в Goldman, который сделал им большой успех в покупках этих экзотических жилищных деривативов. Таким образом, он втянул Goldman в большие неприятности. Безумные деривативы на жилье уничтожили большинство конкурентов Goldman Sachs. И теперь, когда ребята из Goldman внедрены в правительство, они обеспечат банку главенствующую роль на Уолл-стрит, когда пыль осядет. Единственные люди, дававшие советы Минфину, были люди из Goldman. Именно для этого Полсон, бывший глава банка, и поставил их туда. И какой же совет они могли дать? Правильно использовать налогоплательщиков, чтобы спасти Goldman и другие привилегированные финансовые институты. Министр Полсон сделал простое предложение Конгрессу. Вот оно.
Всего три страницы. Миллиард долларов за слово. И это довольно просто. Министр Полсон получил ключ от казначейства и начал заимствование 700 миллиардов долларов от имени американского народа. И, возможно, это не последняя сумма. И это попирает все законы. Все законы. Несмотря на решение суда, очень простое предложение. Мы действительно в кризисной ситуации, которая может перерасти в нечто худшее, чем Великая депрессия. Я видела страх. Один джентльмен начал плакать. Люди говорили нам, что это будет огромным бедствием. А у меня перевыборы через 2 месяца. За 8 недель до выборов я не хотела допустить ошибку. Как было правильно поступить? Да помогут нам небеса. И если мы не сможем принять это, то я боюсь, что худшее впереди. И некоторые члены говорили, что в Америке введут военное положение, если мы проголосуем против. Они затыкали этим положением наше горло. Они хотели, чтобы мы проголосовали прямо сейчас, без какого-либо анализа. Без слушаний? Без слушаний. И я вообще-то не собирался. Меня уже раньше заставили проголосовать по резолюции об Ираке, основанной на лжи, которую мне навесили на уши. И я не хотел пройти через это снова. Я не буду ждать чего-либо, когда угроза надвигается. Я не буду бездействовать, когда опасность все ближе и ближе. Используйте страх, и вы добьетесь своего. Они создали в этот промежуток, 2 месяца до выборов, атмосферу, как в пароварке. Люди понимают, что Палата представителей должна принять этот закон. Мистер Спикер, мое послание американскому народу. Не позвольте Конгрессу одобрить эту сделку с Уолл-стрит. Эти преступники имеют столько политической власти, что они могут обойти нормальный законотворческий процесс в высшем законодательном органе нашей страны. Все комитеты, которые должны были проверить каждое слово в документе, который мы обсуждаем, были обойдены. Это означает, что все граждане Америки были обойдены. Мы клялись на Конституции, что будем защищать эту республику от всех врагов, внешних и внутренних. Они говорят, что ошибка 2000 снова повторится. Это та самая политика страха, которую мы слышали от этих жирных котов с Уолл-стрит. Почему мы не просим Уолл-стрит самим прибрать за собой? Почему не помогаем американским семьям, столкнувшимся с угрозой банкротства? Почему не понижаем долги Мейн-стрит вместо Уолл-стрит? Это Конгресс Соединенных Штатов или Совет директоров Goldman Sachs? В ночь перед голосованием американский народ беспрецедентным числом участников заполнил Капитолийский холм, держа в руках миллионы плакатов с требованием, чтобы Конгресс сказал «нет». Антикризисный пакет был разгромлен сегодня, не получив большинства в Палате представителей. Биржа упала, получив крупнейшее снижение пункта индекса Доу Джонса в один день. И вот в чем вопрос. Провал антикризисного пакета – достаточная ли причина для того, чтобы проголосовать против переизбрания всех должностных лиц Палаты через 5 недель? Всего 12 голосов зарубили его. Это сделали голоса части американцев, которые призвали своих представителей сказать «нет». И Конгресс сказал «нет». Сегодня Конгресс покидает город. Это был упрек, который Конгресс и Уолл-стрит получают очень редко, если вообще получают. Это было то, о чем предупреждал доклад Ситибанка. Если крестьяне когда-нибудь решат побороться за свои демократические права, их ограбление богатыми закончится. Поэтому Полсон и компания вернулись на Капитолийский холм, и быстрее, чем вы можете сказать «счет, пожалуйста», они подписали закулисное соглашение с помощью демократов. Этот документ отменил результаты голосования. Нам нужно сделать это правильно, нам нужно сделать это быстро. Это не будет нам стоить все эти сотни миллиардов. Мы вернем большую часть, может быть, даже все. Демократы стали проводником закона для президента-республиканца. Президент и кандидаты в президенты звонили по телефону. Я знаю как минимум 2 членов Сената, которые проявляли интерес и обещали содействие. Через несколько дней Конгресс совершил удивительный поворот на 180 градусов и дал банкам 700 с лишним миллиардов долларов, которые они хотели, людям, которые позже будут осуждены. На этом голосовании 263 за и 171 против. Принято. Был тщательно продуманный план для достижения этого. Привлечь игроков, которые это сделают. Обращение было тщательно управляемым. Они имеют права конгрессменов, когда хотят этого. Вы не думаете, что это была просто случайность? Нет. Это было вроде секретной операции, которая согласовывалась на самом высоком уровне.
Эта полная фиаско показывает нам, что там существуют некие силы, недемократические, правильно, которые держат все под контролем. Успех. Они проделали мастерскую работу, она очень хорошо исполнена. Как вы думаете, это слишком жестко называть то, что произошло здесь, государственным переворотом? Финансовым государственным переворотом? Нет. Потому что я считаю, что это именно то, что произошло. Финансовый государственный переворот? Да. Я согласилась бы с этим. Потому что люди здесь действительно ответственны за это. Уолл-стрит несет ответственность. Где наши деньги? Элизабет Уоррен, председатель контрольной комиссии Конгресса. Я не знаю. Ситигрупп потратили 50 миллионов на роскошный корпоративный самолет. Вы не знаете, но вы же человек, который отвечает за это. Вас назначили, чтобы быть в курсе. Goldman Sachs отложили 6,8 миллиарда для бонусов. Но Минфин следовал политике «не спрашивай, не говори». Они не спрашивали банки, что те собираются делать с деньгами. А раз их не спрашивали, то банки не обязаны были говорить. AIG проводит встречи у бассейна на курорте Долина. Это бессмысленно. Мы говорили о том, что 73 человека получили не менее 1 миллиона долларов каждый. Почему же Министерство финансов не требовало от банков информации о том, что те намереваются делать с нашими деньгами? Попробуйте спросить мистера Полсона. Я уже задавала этот вопрос в качестве главы контрольной комиссии Конгресса, но до сих пор не получила ответа. Возможно, у вас это получится лучше. Добрый день. Офис Хэнка Полсона. Да-да, это Майкл Мур. Я хотел бы поговорить с мистером Полсоном. Извините, как ваше имя? Майкл Мур. Майкл Мур? Да. Hello? Это безумие, что они делают с нашими деньгами. Если бы я мог на самом деле забрать деньги назад, я бы одобрила это. Мы здесь, чтобы получить назад деньги американского народа. Я понимаю, но вы не можете войти. Возьмите просто мешок. Нет, заберите его туда, это невозможно. Наполните его, у меня есть еще мешки. 10 миллиардов, вероятно, не поместятся сюда. Вы не поможете мне получить деньги? Нет. А что случится, если я побегу туда за ними прямо сейчас? Итак, я отправился в другой банк. Мы хотим вернуть наши деньги. Я съездил во все банки. Вы видели этого парня? Да. Хорошо, вообще-то мы здесь, чтобы произвести гражданский арест. Просто бросайте это и закон. И всюду, куда бы я ни приезжал, была аналогичная реакция. Вообще-то мы здесь, чтобы арестовать весь совет директоров и всех руководителей. Поговорите с моим начальником. Вот он прямо здесь. Где он? В белой рубашке? Синий галстук? Да, это он. С залысинами? Они использовали деньги, чтобы покупать другие компании. Это наши деньги. О, вот офицер полиции. Я хотел бы произвести гражданский арест генерального директора. Мистера Бланкфайна. Раз вы здесь, может быть, вы могли бы помочь мне? Давайте, делайте это снаружи. 170 миллиардов денег налогоплательщиков. Вы не допускаетесь в здание, сэр. Но я здесь, чтобы произвести арест. Делайте это снаружи, сэр. Но я не могу сделать это снаружи, а не наверху. Вы можете кого-то арестовать? Если вы кого-то арестовываете, то я тоже могу это сделать. Сэр, покиньте здание, пожалуйста. Кому еще покинуть здание? Вашему оператору и команде. Выйдите отсюда, сэр. Они не говорят по-английски. Don't they? Эти ребята нарушили так много законов, понимаете? Эти деньги, это воровство, это мошенничество. Я хотел бы отвезти деньги обратно в казначейство, прямо в этой машине. Это безопасно, поверьте мне. Это небольшие предпосылки. Трудно себе представить, что такое может произойти. Что весь народ в США может действительно разозлиться на богатых. Позор вам! Позор! Люди, которые разбогатели в этой стране в последние несколько десятилетий, они даже не занимались делами, которые нравились бы остальным.
Они играли в игры, которые в результате навредили всем. Так некоторые болезни проникли в экономику. Было весьма нетипично для американцев повернуться против богатых из-за морковки, которая была всегда протянута перед нами, что мы, де, тоже можем стать одними из них когда-нибудь. Люди перестали верить в это, и это напугало богатых. Поскольку вдали они услышали что-то приближающееся, и это не был следующий бокал мартини. Это были чертовы люди. Мы готовы провести эту страну принципиально новым курсом. Вот что происходит в Америке прямо сейчас. Перемены. Вот что происходит в Америке. Полное дерьмо. Это не то, что хотели на Уолл-стрит. Что, если он выиграет? Что случится с их образом жизни? Поэтому они поступили так, как всегда поступали. Они вложили в него столько денег, сколько смогли. Goldman Sachs стал его главным спонсором, выложив около 1 миллиона долларов. Но они все же еще не были уверены в том, что он будет делать, что он на самом деле думает о них и об их образе жизни. Я убежден, что экономика будет хорошей для простого человека. Она будет хороша и для всех остальных. Сенатор Обама собирается всех сделать богатыми. Джо Водопроводчик сказал ему, что этот план попахивает социализмом. Я люблю Америку, и я хочу быть уверен, что у нас будет демократия, а не социалистическое общество. Я думаю, что он принесет нам социализм, если ему дать хоть полшанса. Я абсолютно не верю Обаме. Я покинул Европу 40 лет назад, потому что социализм убил там все возможности. Кому-то придется поделиться своим пирогом, чтобы кто-то другой смог иметь больше. Но я хочу весь свой пирог. Барак Обама – социалист, это понятно. Но кампания запугивания не сработала. На самом деле, чем больше они называли Обаму социалистом, тем больше он вырывался вперед в соцопросах. Новое поколение, постоянно слыша слово «социалист», захотело узнать, что же оно значит. Например, немногие из них знали, что в Сенате уже есть социалист. И, конечно, он из гей-штата Вермонт. Да, согласна. Вы называете себя социалистом. Что это значит? Я демократический социалист. Это означает, что функция правительства — представлять интересы среднего класса и рабочих, а уж потом богатых и обладающих властью. На обложке журналов мы помещаем парней, которые сделали миллиарды долларов. Мы забываем полицейских, пожарных, учителей, нянечек. Тех, кто каждый день делает больше для улучшения жизни народа. Пора изменить нашу систему ценностей. Звучит неплохо. В смысле, может, нам стоит попробовать? За несколько месяцев опросы Расмуссена показали, что только 37% молодых людей предпочитают капитализм социализму. Детройт, штат Мичиган, 4 ноября 2008 года. Я надеюсь, что экономика... В 11 часов мы объявляем Барака Обаму избранным президентом Соединенных Штатов. Разве 2 года назад кто-то мог предсказать эту минуту? Его посчитали бы сумасшедшим. Но все меняется очень быстро. Это был миг прощания со старой Америкой. Страна была заряжена его победой. Люди вдруг вдохновились на вещи, которые они раньше никогда не делали. Как вот этот шериф из Детройта, который решил, что пришло время нарушить закон, чтобы помочь людям.
Вам не кажется странным, что они просят правительства о поддержке? Думаю, они не должны делать это. 101, ответьте. Я понимал, что в рыночной экономике или тонешь, или учишься плавать. Я увидел, что они тонут и плачут, как дети. Помогите хоть кто-нибудь. С сегодняшнего дня я прекращу все продажи заложенной недвижимости в графстве Уэйн. Я не могу с чистой совестью позволять, чтобы семьи продолжали терять свои дома, потому что их продают как залоги. Что должны были думать банки, видя, как нарушаются законы, которые обязаны защищать их интересы? Вы считаете, что свободный рынок разрушил Детройт? Ну, я думаю, он разрушил всю страну. Вы знаете, это безумие. Полностью разрушенные кварталы, потому что слишком многие заложили свои дома. И ты уже не знаешь, Америка это или страна третьего мира. Что мы вообще тут делаем? Пока все не стало настолько плохо, что людям не останется ничего, кроме протеста, который приведет к революции. Майами, штат Флорида. Иногда революции начинаются в самых необычных местах. После того, как банк изъял за долги дом в Майами, в котором семья Троди прожила 22 года, они с помощью соседей решили взять судьбу в свои руки. Во имя этой семьи и этой коммуны мы освобождаем дом этой семьи. Сдирай табличку, убирай ее. Я говорю коммуна, ты говоришь сила. Коммуна, сила, коммуна, сила, коммуна, сила. Много времени ждать не пришлось, чтобы появился сотрудник банка, который выселял их. Видите это? Я хочу, чтобы вы подошли и сняли это. Вы вторгаетесь на чужую территорию. Мы их выселили, а они вернулись и захватили собственность. Да, мне нужна помощь полиции. Когда все эти дома стоят пустые, цена других домов снижается. Если вы позволите людям вернуться в свои дома, это поможет не только им. Смотрите, какая ситуация. Эти люди, если банк позволит им войти, банк потеряет возможность продать дом кому-то еще. Но ведь банк продает сейчас так много домов. Если банк позволит всем бесплатно возвращаться в дома, тогда людям будет где жить. Борьба людей за свои права была необычным зрелищем, поэтому на вызов приехали сразу 9 полицейских машин. По словам соседей, приехали они впечатляюще быстро. Вы не уполномочены. Я не говорю, что уполномочен. Я говорю, что она не хочет, чтобы ее арестовали. Не отвечайте ни на какие вопросы. Семья Троди удерживала их территорию. Нам некуда больше идти. Это был запасной план. Нас заставили жить в грузовике. Это был наш план Б. Плана С нет. Это наша бабушка, она не права? Она в этом доме 22 года прожила, а вы ее выгоняете. Что вы чувствуете, выгоняя людей из их домов каждый долбанный день? Лучше бы вы сидели дома, чем этим заниматься. Где деньги, которые правительство дало банку? Это вы грешники, потому что это наш дом. Как корни у дерева, как корни у дерева, мы здесь стоим крепко. Поехали. Все нормально, все нормально. Прекрасно. Полиция и человек из банка убрались во свояси. Нет власти, кроме власти народа. И власть народа не остановить. Не покидайте свой дом. Знаете почему? Когда эти компании говорят, что у них ваша закладная, то пока нет подписи адвоката на этой закладной, то и нет никакой закладной. И вы обнаружите, что они не смогут найти эту бумагу у себя на Уолл-стрит. Поэтому я говорю американцам, захватывайте свои дома. Не сдавайтесь в Огайо, в Мичигане, в Индиане, в Иллинойсе и всех других местах, где с нашими людьми обращаются как с имуществом. И Конгресс этот в тупике. Вау. Ну и ну. Не каждый день увидишь члена Конгресса, призывающего к открытому восстанию. Вернемся в Чикаго. У работников Republic Windows and Doors возникла отличная идея. Немного подумав, они решили, что не очень-то хорошо было увольнять их без предупреждения, отказывать им в отпуске, лишать выходного пособия и урезать выплаты на медицинскую страховку. Поэтому они придумали план. Сказать Bank of America и собственникам компании, что в Америке наступили другие времена.
и что они не покинут здание, пока им не выплатят все, что им должны. Да, это была старая добрая сидящая забастовка. Мы понимаем, что, может быть, дела в бизнесе шли не очень хорошо. Но знаете что? Не мы ведь занимались этим бизнесом. Мы делали окна и двери. Почему нас надо наказывать? Профсоюзные лидеры и рабочие приготовились к приезду полиции, который, как они были уверены, должен произойти. Я хочу использовать этот шанс. Вы готовы к аресту? Я готов к аресту, если нужно. Мы здесь со вчерашнего дня, и мы никуда не уйдем. Мы обещаем. Много ждать не пришлось, чтобы масс-медиа показала это. И настроение страны изменилось насчет помощи банкам. Даже телеканалы перестали им симпатизировать. В Чикаго группа рабочих с фабрики смотрит на то, как налогоплательщики помогли спасти финансовые организации. И теперь уволенные рабочие требуют от Bank of America поделиться с ними частью господдержки. Тут сказано «Банк грабители Америки». Если мы, налогоплательщики, собираемся и дальше помогать спасению таких компаний, как Bank of America, то пусть и они хотя бы часть своих фондов направят на поддержку американских рабочих и американских компаний. Bank of America получил 25 миллиардов долларов. Как эти люди могут спокойно спать, когда они так поступают? Не понимаю. Поскольку какой смысл их спасать, если там нет никаких рабочих мест? Забастовка продолжалась день за днем, но полиция все не ехала, а приехал сын чикагского сталевара. Просто он, к тому же, является епископом в Чикаго. Дамы и господа, я епископ Джеймс Вилковский. Я знаю, что вам выпало великое испытание. Вы учите этим нашу молодежь, что правильно бороться с тем, что нечестно. Я вырос на юго-западной окраине Чикаго и видел, что произошло, когда исчезли все сталелитейные заводы, и как это повлияло на каждую семью. Но сегодня мы с вами, и мы не покинем вас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тело Христово. Тело Христово. Тело Христово. Если говорить об этой ситуации с рабочими в Чикаго, требующих пособий и выплат, которые они заработали, я считаю, что они абсолютно правы. То, что происходит с ними, является отражением того, что происходит со всей нашей экономикой. Он сказал, то, что происходит с ними, является отражением того, что происходит с нашей. Этим утром я видела пресс-конференцию Обамы. Я выбралась из постели и решила, лучшее, что я могу сделать, это накормить людей. Поэтому я принесла немного еды. Я принес несколько сэндвичей. О, хорошо. Многие чикагцы решили поддержать забастовщиков. Рабочие стали национальным символом для тысяч уволенных по всей стране. Забастовка привлекла внимание политиков, полагающих, что это пример дисбаланса между Уолл-стрит, получившей помощь правительства, и Мейн-стрит, получившей только обман. Возникает вопрос. Это было началом восстания рабочих против Уолл-стрит? Народ, един, нас не победить. Спасти рабочих, а не банки. Обещания финансовой поддержки и еды обернулись полными грузовиками. Это действительно сверх того, что мы первоначально себе представляли. И поэтому теперь мы даже стали мечтать чуть-чуть. У нас даже был разговор, что если мы сами попробуем открыть предприятие, вроде кооператива, но у нас нет денег, мы не капиталисты. Мы разговаривали об этом, и рабочие обсуждали эту идею. Но это сложная вещь, потому что, знаете, если всю жизнь вам говорили, что мир таков, как его преподносят вам другие люди, то даже подумать, что все может быть иначе, уже большое дело. Все смотрят новости, все смотрят на вас, потому что они так вдохновлены вами.
После 6 дней пикетирования Bank of America решил, что уже хватит. Лучше заплатить этим рабочим сейчас и надеяться, что их маленькая революция уйдет прочь. И поэтому банк и компания согласились на все требования рабочих. Средний пакет для каждого рабочего будет составлять около 6 тысяч долларов. Это то, чего можно добиться, когда рабочие организовываются и встают на защиту справедливости. Просто биться, 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 биться. Просто, чтобы получить самые элементарные вещи, которые люди должны получать как должное и которые принадлежат им по закону. Мы сражались так тяжело за самые элементарные вещи в жизни. Такая же битва, как мы хорошо знаем, происходила во Флинте, штат Мичиган. Именно там мой дядя и его коллеги впервые одержали победу над могущественными корпоративными интересами, доминировавшими над нашей жизнью. Это был декабрь 1936-го, канун Нового года. Сотни мужчин и женщин захватили заводы GM во Флинте и удерживали их 44 дня. Это был первый профсоюз, победивший промышленную корпорацию. И их акции протеста в конечном итоге привели к становлению среднего класса. Но возвращаясь к тем дням сидячей забастовки во Флинте, полиция и головорезы компании не собирались просто стоять в стороне. После кровавой бойни одним вечером губернатор Мичигана при поддержке президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта направил туда Национальную гвардию. Но ружья солдат не были использованы против рабочих. Они были направлены на полицию и нанятых жлобов, принудив их оставить рабочих в покое. Поскольку мистер Рузвельт полагал, что люди внутри имеют право на удовлетворение своих претензий. 7 лет спустя президент Рузвельт был слишком болен, чтобы подняться на Капитолий и выступить с ежегодным обращением к Конгрессу США. Леди и джентльмены, президент Соединенных Штатов. Мой обычай – зачитывать ежегодные послания Конгрессу лично. Поэтому он сделал это из Белого дома по радио. Когда все закончилось, он попросил камеры кинохроники пройти в его кабинет, потому что он хотел, чтобы американский народ увидел одну особую часть его речи. Президент Соединенных Штатов сделал тогда радикальный шаг, предложив второй билль о правах в Конституцию. В наши дни некоторые экономические истины стали восприниматься как само собой разумеющиеся. Второй билль о правах, в соответствии с которым новая основа безопасности и процветания может быть создана для всех, независимо от их положения, расы или вероисповедания. Среди этого право на полезную и оплачиваемую работу, право зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить себе нормальное питание, одежду и отдых, право каждого фермера выращивать и продавать свою продукцию, доход от которой даст ему и его семье достойное существование. Право каждого бизнесмена, большого и малого, торговать в атмосфере свободы, свободы от нечестной конкуренции и господства монополии, дома или за границей. Право каждой семьи на достойное жилье. Право на адекватную медицинскую помощь и возможность достигнуть и обладать хорошим здоровьем. Право на адекватную защиту от экономических страхов перед старостью, болезнями, несчастными случаями и безработицей. Право на хорошее образование. Все эти права формулируют безопасность. И после того, как эта война выиграна, мы должны быть готовы двигаться вперед к осуществлению этих прав, к новым целям человеческого счастья и благополучия. И поскольку нет пока безопасности здесь, дома, не может быть прочного мира во всем мире. Рузвельт умер меньше, чем через год. Он не дожил до конца войны. Не было никакого введения в действие его нового билля о правах. Is the last...
если бы он был жив и добился успеха. Каждый американец, независимо от расы, имел бы право на достойную работу, приемлемую заработную плату, всестороннюю медицинскую помощь, хорошее образование, доступное жилье, оплачиваемый отпуск и достаточную пенсию. Ничего из этого не сбылось. Ни одному американцу ничего из этого не было гарантировано. Но люди в Европе и Японии получили каждое из этих прав. Как это получилось? После окончания войны люди из администрации Рузвельта отправились за океан помогать в восстановлении Европы. В те времена были написаны новые конституции для побежденных наций Германии, Италии и Японии. Итальянская конституция гарантировала всем женщинам равные права. Это было в 1947-м. Немецкая конституция говорила, что государство имеет право взять себе имущество и средства производства для общего блага. А вот то, что мы написали для японцев. Все трудящиеся имеют право объединяться в профсоюз. Также гарантировались академические свободы. За прошедшие 65 лет мы не стали страной, которой хотел видеть нас Рузвельт. Вместо этого мы стали... Я вспоминаю свои размышления во время урагана Катрина. Почему всегда бедные вынуждены терпеть страдания? Почему это не Берни Мэдофф на крыше кричит о помощи? Или не глава Ситибанка? Или не ребята из хедж-фонда Goldman Sachs? Или не президент AIG? Это не те ребята, не так ли? Это всегда те, кто никогда не получал кусок пирога, потому что эти господа забрали себе все и оставили их ни с чем, оставили их умирать. Я отказываюсь жить в такой стране, как эта, но я отсюда не уйду. American International Building. Мы живем в богатейшей стране мира. Все мы заслуживаем приличной работы, здравоохранения, хорошего образования, дома, который можно назвать собственным. Все мы заслуживаем мечты Рузвельта. И преступление то, что у нас этого нет. И никогда не будет, пока мы имеем систему, обогащающую немногих за счет большинства. Капитализм – зло. И вы не можете регулировать зло. Вы должны ликвидировать его и заменить чем-то другим, хорошим для всех людей. И это что-то называется демократией. В этом здании было совершено преступление. Я здесь, чтобы произвести гражданский арест. Пожалуйста, спускайтесь и уходите из этого здания. Не бойтесь. Федеральная тюрьма – приятное место. Знаете, я действительно не могу сделать чего-то большего, пока те из вас, кто смотрит это в кинотеатре, не захотят присоединиться ко мне. Я верю, вы сделаете это. И, пожалуйста, поторопитесь. Фильм озвучен в мае 2010 года в Кишиневе, Молдова. Away with all your superstitions. Serve our masses. Arise, arise. We'll change hands for the old tradition and spurn the dust to win the
last fight, let us face the international unites the whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally, and the last fight, let us face the international unites the whole darn human race. No more deluded by reaction, on tyrants only we'll make war. The soldiers too will take strike action, they'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each at the forge must do their duty, and we'll strike while the iron is hot. So comrades, come on, let's go rally, and the last fight let us face. The international unites the whole beautiful human race. So comrades, come on, let's go rally, ha! And the last fight let us face. The international unites the whole. Jesus Christ was a man that traveled through the land, a carpenter true and brave. And he said to the rich, give your goods to the poor, and they laid Jesus Christ in the grave. He went to the sick, and he went to the poor, and he went to the hungry and the lame. And he said that the meek would inherit the whole world, and they laid Jesus Christ in the grave. One day Jesus stopped at a rich man's door. What must I do to be saved? Take all you own and give it to the poor. And they laid Jesus Christ in the grave. When the love of the poor shall one day turn to hate, when the patience of the workers give way, would be better for the rich if they'd never been born. So they laid Jesus Christ in the grave. When Jesus came to town, all the working folks around believed what he did say. But bankers and preachers nailed him to the cross, and they laid Jesus Christ in the grave. Well, the people held their breath when they heard about his death, and everybody wondered why. Was the landlord and soldiers, lawmen there had hired, that nailed Jesus Christ in the sky? We would lay Jesus Christ in the grave, Lord, Lord. We would lay Jesus Christ in the grave. If Jesus preached today like he preached in Galilee, we would lay Jesus Christ in his grave.